А вы уже знаете, что Генконсульство и посольство США возобновили свою работу и уже принимают заявки на туристические визы? Как все мы уже знаем, университеты Америки имеют власть. И в этом году они даже опротестовали решение Трампа касательно онлайн-образования международных студентов. Так что, дорогие выпускники, мечтающие получить образование в Соединенных Штатах Америки, будьте уверены, университеты не бросят вас и будут поддерживать вас и ваши права. Американское образование высоко ценится и высоко оценивается. This is America. Ежегодно мы получаем много запросов от студентов, желающих учиться в Соединенных Штатах Америки, но не имеющих такой возможности. К сожалению, финансовая помощь доступна не во всех университетах и колледжах США, а там, где доступна, есть определенный конкурс, и для того, чтобы подавать на него, необходимо соответствовать всем требованиям. Стоит сразу определить, что с бюджетом в $5000 Соединенные Штаты лучше не рассматривать, так как в нынешнее время даже перелет может быть в районе $2000, а есть еще дополнительные расходы, такие как аренда, питание, страховка, и с учетом этого, к сожалению, этого бюджета будет недостаточно. А какой есть выход? Америка – это страна больших возможностей, но будьте готовы потратить немалую сумму на такие возможности. Но вы с ними знакомы. Франклин, Грант и Джексон. У нас есть два варианта. Первый вариант – это выбрать университет менее популярный. И второй вариант – это выбрать штат менее популярный. Соединив эти два варианта, можно получить идеальный вариант. Выбрать рейтинговый университет в недорогом штате. Заветные студенческие визы стало получать сложнее даже идеальному кандидату, поэтому ваш спонсор, то есть учебное заведение, должен иметь хороший рейтинг, хорошую программу, ну и, естественно, репутацию. Поэтому самый беспроигрышный вариант – это государственный университет. В государственных университетах доступные цены, есть возможность подавать документы на стипендии и, самое главное, большой выбор программ. Таких вариантов очень много. Texas A&M, Kentucky University, Washington State University, Arizona State University и University of Arizona, на котором мы сегодня более подробно остановимся. Университет входит в рейтинг и занимает 68-ю позицию среди американских университетов. Неплохо, правда? Среди 5000. Также университет предлагает онлайн-программы, которые актуальны на данный момент, и университет находится на 11-й позиции среди онлайн-программ обучения во всем мире. Ну и отличная новость. University of Arizona все еще ведет прием заявок на осенний семестр, поэтому торопитесь и оставляйте свои заявки.